Всем привет! Разбираем очередное задание боевого пропуска для ПВЕ режима. И если не ошибаюсь, это задание последнее. Материалы по остальным заданиям я уже делала. Задание называется «Подрывник». Необходимо уничтожить 50 противников на ПВЕ режиме с помощью взрывчатки. Под взрывчаткой подразумевается осколочная граната, противопехотная мина и подствольный гранатомет. Граната-липучка не засчитывается в прогресс выполнения. Такая вот логика администрации или разработчиков игры. Блять, боже мой, сука, у меня пукан горит от этой помойки. Покажу на личном примере, как я выполняю это задание. Самый быстрый, на мой взгляд, способ выполнения. Это закрытая комната спецоперации, опасный эксперимент, легкого уровня сложности, с последующим перезапуском миссии. Удобнее всего брать класс инженер. Пытаться шлепнуть зомби с подствольного гранатомета – не очень хорошая идея. Но никто и не запрещает играть за класс штурмовик. Итак, я беру инженера. Моды на мини и осколочной гранате стоят на урон. Никаких модов на дополнительную гранату. Одеваю все снаряжение «Песчаная буря», чтобы персонаж выдержал взрыв гранаты в руке. Убиваю 10 противников, потратив свою взрывчатку, и просто стою, жду таймера. Далее сопровождаю машину к железнодорожным рельсам. Ловлю момент, когда противник соберется в кучку, и ставлю противопехотную мину. Далее жду новую пачку врагов. Жду, пока зомби соберутся в группу. Дергаю чеку и подхожу к противнику, чтобы взрыв гранаты нанес максимальный урон. Тем самым убив как можно больше. В идеале должно убить взрывом 7 зомби. Количество убийств можно считать в уме. Далее сливаю персонажа и перезапускаю эту карту. Повторив свои действия. За 2 таких захода. Максимум 3. Можно выполнить данное задание. Ничего сложного здесь нет. Ты справишься. Я в тебе не сомневаюсь. Ну а на этом у меня все. Желаю всем приятной игры и хорошего настроения. Пока-пока. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история.